отдохнувшая Ленка-дальнобойщица поехала домой. Посплю, наверное. Ой, не знаю, надо дела. С другой стороны, все. Завтра собрание, субботы, да? Завтра, может, после собрания на океан съездим. Вот, будем отдыхать. Мы очень так тяжело работали в этот раз. Да. А чтобы с цепями не возиться, попросимся не ездить. Ну, во-первых, чтобы не только чтобы с цепями не возиться, а чтобы опасности, ну, как сказать, снизить хотя бы этот в этом отношении. Не хочется по льду и по снегу кататься там. Опыт не такой уж прям великий у нас. Чем новички. Поэтому, скажем, не засылайте нас туда, пожалуйста. Но если еще тем более вот эти горки вверх-вниз, да еще скользко. О. Сейчас будем выходить, когда на работу снова попросим. Евочка такая довольна. Мы вчера с Евой так поболтали хорошо. Вообще просто. Ой. С Евой вчера уже вот вечером. Нет, уже поздно было. Такая собачка классная. Ты тоже, по-моему, русскоговорящая. Прям очень много русскоговорящих. Смотрю, прям и типаж я просто их... Можно, чаще всего можно угадать, что это русскоговорящий. Вот человек. А, с Евой так прям за жизнь. Как где они были, как они в служении ездили. После служения в кафешке, на собрании, как кто подвозил. Как было весело, как было здорово. Я говорю, я так рада. Я говорю, Ева, она на участок, говорю, страшно было, говорю, ну, то столько не ходили по домам, так и говорится. Она говорит, мама, я так этого ждала, я так этого ждала. Я, говорит, мне кажется, самая, говорит, это самая была, ну, радостная. И я, говорит, была вот в преподнесении, короче, там, то зачитывала, то еще как-то. Ну, в общем, то преподнесение делала, то зачитывала. Надо в этот раз оставить больше наличных, чтобы, потому что я так поняла, что они везде ездят. Если в служение, то в кафешку заезжают. Где-то мороженое, кафе мороженое было. Потом в другом кафешке. Надо, кстати, спросить, сколько там все потрачено, чтобы возместить. Вот. Чтобы Ева сама могла за себя платить. Потому что мы платим зарплату, мы и продукты. Вот если что-то не хватает, я еще дистанционно докупаю, как я вам говорила, из магазина подвозят. Но нужно еще все-таки наличку, чтобы на такие вот. Я оставляла Евочки, но немного. Но не думала, что они так вот будут. А я-то рада, я рада, что, знаете, они так прям, что активность такая. Сейчас пошла, тем более под. Ну, разрешили служить по домам снова. Посткарантинный такой этот. Я такая радостная. Я с Евой так прямо, я к ней на кровать села, и мы как две подружки такие, она мне все рассказала. Мы так поболтали, похохотали, что-то все шутили. Где-то смотрю, говорю, Ева, 2 часа ночи, говорит, давай я пошла спать. Она такая, да. Ой. Прямо она уж такая становится взросленькая, с которой можно осмысленно вести беседы. Она прям такая... Мудрые какие-то мысли, так она излагает тоже интересно свои мысли. Я смотрю, такая, думаю, неужели это моя дочь так выросла и уже так размышляет о каких-то таких вещах. Кто там что-то пошутил, типа где-то кто-то ее этот, то ли в школе, то ли что, я не помню, кто-то что-то неудачно пошутил. Я говорю, Ева, если ты была бы безразлична, всем было бы, ну, человеку было бы все равно. А если даже он так шутит, или она, вот, то значит, говорю, ты просто не безразлична. Просто человек не знает, как к тебе подход. Ну, это, значит, она говорит, да, я тоже так думаю, что если бы, как бы, на меня все равно, человек просто игнорировал бы меня. Вот, и так интересно. Я говорю, молодец, что ты так думаешь, не обижаешься. Просто человек не знает, как себя вести, не умеет. Он глупо пошутил там про блондинку, там, что не все умные, там, например, да. Я говорю, ты не думаешь, что это глупость? Это так шутят, может быть, необдуманно, но это неправда. Она говорит, конечно, я знаю. Я говорю, ты умная девочка, все хорошо. Я говорю, не обращай на такие глупые шутки внимания. И не обижайся, самое главное. Человек, может, и не хотел ничего плохого там. Ой.
А в школе она просто тут тоже не нашла камеру. Ну, у нас есть компьютер такой, но им Виталик пользовался. А сейчас, чтобы у Евы был большой экран, ей вы его отдали, там большой монитор, и она за ним учится. Ну, чтобы зрение все такое маленькое. У нее до этого был этот Chromebook из школы. А этот большой, хороший экран, все там можно разглядеть, тачскрин. И она говорит: мам, Коль, закажи мне, говорит, это когда мы еще в рейсе были, она мне звонит: мам, закажи мне камеру с Amazon какую-то, чтобы быстрее пришла, потому что мне нужно сдавать экзамен, тест, вернее. Тест уже, пошли тесты, только начали учиться, уже тесты. А тест без камеры нельзя сдавать. Я такой: Виталик, неужели на компьютере нет камеры? Он такой: есть, конечно. И он говорит: нужно сзади его так потянуть и вытащить эту камеру. И я вот такая: я боюсь даже признаться, что я такая глупая учительница. Я ему несколько раз сказала, что камеры нет. Я говорю: Ева, главное, скажи правду. Вот, и этого... А не ошибается тот, кто ничего не делает. Ничего страшного. Но у них сейчас вот этот юношеский максимализм, что как это я ошиблась, камеру не нашла. Мне так стыдно признаться в этом, что я такая типа глупая. Я говорю: ты не глупая. Я, может быть, тоже бы не нашла. Еще какие-то... Ты же не пользовалась этим компьютером. Откуда ты знаешь, где там камера? Откуда ее вытаскивать? Кто-то... Ты все время, что ли, смотришь и заглядываешь назад, что там... Папа поставил, поставил, и все. Ну, пыль протираешь вокруг, ну, внутрь не заглядывала, откуда тебе знать, ничего страшного. Ну, так интересно было, как-то я как блондинка глупая, мне как-то я слышала, кто-то сказал, что блондинки глупые. Я говорю: даже не думай про себя так, я говорю, и не позволяй никому, говорю, не позволяй свою самооценку, говорю, занижать. Никакая ты не глупая. Вот, а то я тоже как-то позволила в свое время, и потом ниже плинтуса себя чувствовала, что я там вообще... Еще и долго потом я себя этот вытаскивала из этого состояния. Я, ну, была очень такая вообще. Сейчас более-менее хоть как-то какая-то самооценка есть. Но все равно это сказывается, когда тебя гнобили столько лет, и как бы это сказывается. Неуверенность в себе, излишняя, чрезмерная застенчивость, стеснительность, робость, вот это вот ни к чему. Конечно, скромность она украшает, но когда ты вообще такой весь чересчур не можешь слово вымолвить с чужим человеком, это слишком. Вот, все, люблю, целую. Хотела уже сказать пока-пока, все еще, видите, как не хочу от Аллочки уезжать. Говорю: Алла, можно я у тебя здесь буду жить? Так хорошо тут. Так мне здесь хорошо, спокойно. Вот кофе с вами выпила, Аллочкин. Все, теперь точно пока, поехала. Люблю вас сильно. Когда Ленка, дальнобойщица, отдохнувшая, такая добрая, хорошая, положительные черты снова вас преобладают над плохими несовершенством. Ну все, пока-пока. Люблю. Пусть у вас всех будет хорошее настроение, все хорошо. Ладно? Угу. Я вам этого желаю. Немножко покажу вам Холландейл. Здесь уж прям город такой. Не одноэтажные постройки. Не одно-двухэтажные.